не знаю, как она... Сегодня мы, свободные люди великого города, собрались здесь уже в третий раз для того, чтобы отстоять 31-ю статью Конституции, гарантирующую гражданам России право собираться мирно, без оружия, выходить на шествия, митинги, проводить собрания. Позавчера премьер-министр Владимир Путин, отвечая на вопрос Юрия Шевчука о том, будут ли разгоняться акции несогласных 31 числа в Петербурге, сказал, что он ничего против таких акций не имеет. Сегодня мы видим по наличию ОМОНа и милиции здесь, и потому что они имеют явно не мирные намерения, мы видим, что Путин солгал в очередной раз. Путин сказал, что акции несогласных якобы мешают гражданам. Это неправда. Наши акции не мешают гражданам. Гражданам мешает ситуация, когда наши чиновники с мигалками ездят по улицам и для этого перекрывают весь город. Сегодня мы пришли сюда для того, чтобы выставить защиту 31-й статьи Конституции. Почему мы выбрали для этого именно гостиный двор? Эта территория для Петербурга особая. Здесь не раз жители нашего города боролись за свободу. Загонять в ловушки.
сломили. Скажите, пожалуйста, ваше мнение. Мое мнение, да, правильно. Раз Конституция есть, есть свобода, есть свобода собрания митингов, демонстрации митингов. Выходите все, кто хочет высказать свое мнение. А мнение у нас, да, власть против народа. Все дело против народа. Посмотрите, ох, ответ, ох, ответ. Не говорит, что опынили. Что такое? Не, 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 не,